Жителям Гавайских островов грозит отравление ядовитым газом из-за извержения вулкана. Как сообщает Рейтер, потоки раскаленной лавы достигли океана, и при соприкосновении с морской водой они образуют ядовитую смесь дыма, соляной кислоты и микроскопических частиц вулканического стекла. Все это может оказаться смертельно опасным, утверждают спасатели. В полночь потоки лавы перекрыли шоссе номер 137. Видите, к чему это привело? Лава не остановилась, она продолжает течь в направлении берега. При попадании потоков в океан появляется вот такое облако, часть его видна слева.